я буквально вчера один из вас, тот, который прислал мне черенки уникальных сортов, груши, красномясо и там абрикосов, только не знаю, абрикос приживется или нет. Вот, что не знаю, того не знаю. Так вот, значит, он мне задает вопрос. Я не могу понять, что такое наслоение мёда. Еще раз объяснить. Ну, я уж своими словами, голосом в WhatsApp ему объяснил. Еще раз. Значит, смотрите. А он говорит, при чем тут эти родственные подвои? Значит, и как так, что каждый раз плевать, а на один и тот же подвой? Он даже вот это не смог понять. А я вам объясню сейчас, еще раз. За этим будущее науки. Все. Перекрестное опыление, эти самые. Кастрация семян, вот. Значит, презервативчики, кисточки. Все забыть раз навсегда. Итак, наследие ментора. Все подвое родственники. Как получилось, что у меня? Ну, мне Бог дал 40 лет исполнилось мазурского абрикоса. И вот я ему рассказываю теперь вам. Это важнейший момент, ребята. Примерно 33-34 года у меня плодоносит и дает урожай мазурский абрикос. Уже 15 лет он дал, 15 лет он дал 30 ведер. Куда мне этого добра? Ну, тогда еще даже не продавал. Но мне-то подвое было море. И вот я подвое, ну, каждый раз, следующий год другое, молодое подвое. Все боятся молодых подвое, не знаю, почему боятся-то. А мне не надо ждать плодоношения. Вот вырос, я на него привил. Получил дерево с хорошими 1-2-3 ростка вот таких. Отрезал. На следующий год вырастил еще один подвой. Родственник, то есть с этого же дерева. И привил, и вырастил второе поколение. Со второго поколения срезал. Причем не обязательно однолетнего, а можно подождать еще год, двухлетний. Я не спешил. Двухлетний, выбор больше веток. Двухлетнего отрезал. А тут же рядом еще у меня подвое опять растут. Но с этого же дерева. И со второго на третье подвое родственники. Снова родственники. С третьего на четвертое и опять родственники. Вот ведь как она делается по-настоящему-то. И все, не прошло 2 минут, и вы познакомились с уникальным методом, который имеет глобальное общероссийское, общее, а российское ни при чем, плевали на него хотели ученые, мировое значение. А мы, у Макаров есть, Мезенов есть еще, эти самые, Алексейка есть еще уже сотни человек этим занимается. Сами потянем. Вот, а то мне говорит, я не понял, почему, что, опять взял чернок и опять на то же дерево. Дерево на его же. Так а зачем тогда было отрезать? И вот благодаря ему, вот этому странному вопросу такому, он сам не понял, что спросил. С этого дерева взять чернок и на него же привить. Раз я говорю про родственник. Нет, другой родственник. Но тут-то как раз и происходят чудеса. А я же вам показывал эти чудеса. Помните же? Вот. Эту самую. Вот это вот же я вам показывал. Я же это ничего не придумал. Это в отличие от тех, помните, эти самые, как их называют, эти самые интернет-магазины, для меня слово оскорбительное. В магазине стоят живые саженцы. Не в земле стоят, а в магазине стоят. Вы представляете? Сколько фотографий, сколько здесь людей. Вот. Неужели этого нельзя в каждый питомник? А у них нет этого. А вот это украдено у меня. Вы вспоминаете? А. Алексей Виноградов, ну сколько их украли? Вспоминайте. А это украли? Украли. Вот. Вот эту. Украли? Украли. Мои лучшие эти фотографии разошлись по интернету. И давай их вырывать, 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 вырывать. Пойдем дальше. Выйти было легко. Выйти было легко. Куда, как теперь обратно туда забраться? Ну, давайте вот так попробуем. Вот так. Народ прибывает под конец. Ой, не так. Еще раз вот так.
Итак. Ну, в общем, патентовать я ничего не буду. Я уже ни один человек не сказал, что я у него украл вот эти вот 2 сотни, как их называют, как я их сам назвал, постулатов. Ни один не сказал, что я у него украл. И тишина. А вот наоборот, да, посадил ямку, отрежь нижние ветки, этого добра хватает. Так. Николай, добрый, здравия. Ольга, добрый вечер. Виктор, уважаемые гости, друзья садоводы, поделитесь своими наблюдениями, как у вас отцвели абрикосы и другие культуры. У меня только единица цветения у абрикоса. Большинство цветущих почек осыпалось, и они даже не распустились. Я живу в Нижегородской области. Валерий Костянович, подскажите, можно ли сеяние желтой черешни привить черешню красного цвета? Ну, так, ну, тут вопрос такой. Вы живете на Нижегородской области. Почему у вас не распустились? Ну, что я могу сказать? Вот. Ну, что я могу сказать? Абрикосы не распустились. Есть еще, кроме конкретных причин, помните, там, поднимание корневой шейки, вот, там, это самое, покупили неудачу, помните, я ругал эти привитые на вишне, есть общая причина. Вот я знаю, у меня в прошлом году был урожай, он был настолько невероятный, что я сам еще не верю, все щипаю себя до сих пор. Вот. А в этом году я запланировал, что урожая не будет. И когда у меня сейчас начали распускаться абрикосы, живет, кажется, не так, как было. Вот, то есть, а какой-то даже 20 плодов, ну пусть вот таких, какой-то 200, ну там десяток зацвело обычно, то есть много. А остальные пока молчат. Я подхожу, смотрю, а на них, они еще не проснулись, потому что на них эти цветочные почки набухли и молчат. Понятия не имею. Но я уже заранее знаю, это не абрикосовый год. Вот тот был абрикос, а этот, я знаю, это будет грушевый год, сливовый год. Все, спит, сливы вдруг проснулись столько, что не верю. Раз. Вот. Груши, пусть еще не цветут, только почки набухли. Но я вижу, что их много, полно. Но еще может мороз добить, даже вот этот. Назовем урожай абрикосов мой в этом году. Хватит, конечно, и покушать, и даже на продажу косточек. Но все равно я же привык к таким урожайщикам. Для меня он маленький. Его еще может через неделю убить, опять же, заморозок. Но я уже заранее знаю, это не абрикосовый год. Это год сливово грушевый. И так бывает, да, у каждой, причем такое впечатление, что вот эта периодичность, она запланирована там. Видите, куда я показываю? Вот пока так. Так, теперь привить на сеяние желтой черешни красную. Конечно, они все растут. Если уж вишня принимает черешню, то желтая красную примет, и красную желтую примет. Так, Garden Mart. Яблони, черный бриллиант, алмаз. Ага, Андрей, я уже знаю, Garden Mart это плодопитомник с этими же. Вот я не буду лишнее говорить, у меня к нему аллергия. Высокоурожайное дерево, черный бред, считается. Вот вы сейчас все это расписали в кустах, родина, Тибет. Ух ты, ух ты, ух ты. И вот вы пишете, попалось в интернете. Есть одно но. Если я сейчас наберу Garden Mart, так. А, давайте. Вам же, мне же надо как-то вам ответить. Смотрите. Нет, я не буду набирать Garden Mart. Знаете, как я наберу? Сейчас. Господи, вышел на свою голову. Где оно мое то? Тут уже все забито этим самым. Сейчас. Ну тогда вот так вот, как я еще раз попробую войти, как я входил в тот раз. Так, сейчас. Что ты будешь делать? Ага, вот так я буду входить, как уже входил. Сейчас я. Ну а куда нам спешить? Вот давайте так. Итак, яблони, черный бриллиант. В скобках алмаз. Я теперь беру, смотрите. А дальше вы видите, что здесь? Я уже заранее знаю, что будет. Вот.
А здесь дальше идет такая прекрасная, прямо великолепная реклама. Так. Тогда я набираю, как самое главное слово, черный бриллиант. Я бы во мне черный бриллиант. А есть только да, купить саженцы, описание сорта, фото, отзывы. Набрали. Вот она. А посмотрите, какая красотища. Какая красотища. И вот чаще всего я встречаю, знаете, какую фотографию? Вот эту. Видели, да? Вот это чаще всего. А теперь давайте смотреть. Вам конкретно Garden Mart. А я говорю, у меня именно на эту фирму аллергия. Найти изображение в Яндексе. Ребят, это учеба. Делайте уже это без меня. Набрали. Она мне уже... Еще. А теперь скажите, вот тут полсотни, да? Какое отношение эта фотография имеет к Garden Mart? А? Ну какое? Если 50, в Китае выращивают черные алмазные яблоки. Вот видите? В Китае поверю. Ну, Garden Mart, где ты? Ты в эту фотографию срябил с интернета, вот тот самый. Я ответил на вопрос. Сейчас опять вам пытаться туда попасть. Выйти я знаю, как войти, не знаю. Ладно, сейчас войдем. Вот таким путем. Я ответил на вопрос. Вот вы взяли, скопировали и решили, наверное, что я это. Попалось вам в интернете, Андрей. Нету никакого черного бриллианта в Garden Mart. В нашей фирме отечественной нету. Новый садовый вар Бугаркова совсем другой. Пахнет как гуталин. Он выглядит как засыпший. Да, ребята, дальше читать не буду. Вот. Либо подделка, либо не лучший плагиат. Дело в том, что я боюсь, я сам участвовал. Как бы меня не просил кто за Бугарков или кто там, чтобы я помогал искучивать. А я раньше был более популярен. А меня спрашивают, ты чем замазываешь? Я говорю, варом Бугаркова. А сейчас, когда у людей страшные потери, я думаю, чем же они? Один из причин может быть как раз вот этот поддельный вар Бугаркова. Это же броня такое. Поэтому и заметили, что я когда вы увидели, что мы с вами увидели вар Бугаркова, я не стал комментировать, я как бы не заметил. Заметили? Блинова. Здравствуйте всем участникам вебинара, Валерий Костянович. Вот и стартанул новый сезон. Я в Ленинградской области, северо-запад. Сейчас у меня уже горло. Северо-запад. Так же попали под хороший заморозки, минус 5-7. Два дня с вечера до утра. Пострадал виноград, никак не могу плечи нарастить, не говоря же дальше. Про цветы не говорю. Тоже пострадали. А абрикосы в прошлую весну прекратили вегетацию 50 кустов. За лето отросли кустами, осталось 36. Ну, это еще ладно. В эту весну опять большие потери. Не считал, так как недавно стали почки пробуждаться, но не везде. Это мои абрикосы, не мои. Вот. Из четырех сливовых кустиков, четырехлетних, два пробудили, два не показывали. Жалко, не знаю, чем еще пытался помочь. Мне тоже жалко, только я не знаю, чьи это абрикосы. Данила, у меня абрикосы также цветут в этом году, наверное, год грушовый. Из-за того, что год грушовый, абрикосы плохо цветут, так я понял. А вы знаете, друзья, мы закончили, даже успели уложиться в свое время. Неполные 3 часа. И так получается, что больше никто не пишет. В принципе, все, что я хотел сказать, я сказал. Так, все поделил своими впечатлениями. Еще раз выражаю свое недовольство из-за Александра Алексеевича Ребрика. Я не смогу еще долго-долго раньше. Не могу закончить вебинар. Так что все претензии к Ребрику получите опять в очередные извещения, платные, да.
Извини, Боже. Олег, знаете, это такой москвич, редактор журнала «Вестник садовода». Единственное, когда на меня была объявлена охота и команда «ПАС», он не взял, начал меня печатать. Я ничего до сих пор понять не могу и поверить не могу. Что же это такое, а? Гражданин Ребрик. Когда меня все бросили, мы начали печатать, и напечатали много важнейших статей в своем великолепном журнале. Я до сих пор не могу поверить, что это вы. Что это возможно. Так, теперь, значит, будем продолжать. Будем продолжать. Все претензии к Реплику. Зачем пришел это? 10 тысяч. Все, ребят, на этом я заканчиваю. Как у меня с юмором? Все в порядке. Значит, еще не это. Будем жить. До свидания, друзья. Не забывайте вот про это. Самое интересное, участников прибавляется в последние минуты. Про черешни, полцены, эти фаины, черешни. Это я только два показал. У меня холодильники, уникальные вещи, которые не имеют аналогов на всей планете, включая Голландию, Испанию, Италию. Там еще можно садить, если у вас это не хватает дров на костер. Купите саженцы, загубите, а потом костер, если своих дров не хватает. А вот то, что у меня, не замерзнет никогда. И получается, что я все лето вам буду подкидывать вот такие вот баночки, говорит, купите. Вот. И еще раз, я не на паперти, я не прошу просто прислать деньги, как Ребрик прислал, чтобы я продолжал. Но цены нет. Каждый из них стоит, вот это не 15 рублей, вот, а 15 долларов. А может все дороже. Потому что только из них можно бросить чудеса. Они не замерзают. Вот. Это уникальная вещь. Все, рекламная пауза окончательно закончилась. До свидания, друзья. Спокойной ночи. Я надеюсь, что вы после моего вебинара будете спать спокойно. Вот, зная, что еще есть шанс, чтобы в России садоводство возродилось. Оно загублено тысячами авторов, совершенно не умеющими ничего и не имеющими садов, ваше самое страшное. До свидания, друзья.